привет тебе. Продолжаю тему пхутологии, вегнавтика, заговоры. Приговоры, слова шептания, фарт, переодевание, превращение, заклинание. Три года с момента выпуска видеодневника. С последнего места. Краткая биография царя Баба-Ворота, обезьяна Сунь-Укун. Вжито представляет собой каменную обезьяну, родившуюся из волшебного камня. Иногда сравнительная параллель ведет его подданных к его ногам, кланяться. Это молитва, это верование, которое идет из индуизма, кланяться стопам лотосоподобных. Сунь-Укун – это бог, аналогичный богу Хануману. В Википедии книга, которая посвящена Хануману, заканчивается словом Сунь-Укун. Бог Митра и его рождение также ведет свои истоки из индуизма. Индийский конфликт, греческий конфликт, египетский конфликт, эскимосский конфликт, все виды конфликтов жизнедеятельности. Китайский конфликт, конфликт славян против Сунь-Укун. Вокруг Сунь-Укун ходят легенды. Так, по бывальщине одной из легенд, пиши, читай, продолжает говорить. Однажды окружающие его обезьяны решили узнать, откуда берет свое начало протекающая рядом с ними горная вода, водопад и пещера. Для выяснения вопроса хвостатых, черных хвостатых, им нужно было рискнуть стоянкой, всем домом, теплом и отправиться в майках голышом через поток холодного водопада, чтобы увидеть ту сторону другого мира. Это было опасное путешествие, многие хвостатые исчезли без вести, потеряли шерсть, замерзли, умерли, а счастливчик, который вернулся в стоянку, где ждали хвостатые старейшины, обезьян, невредимый вернулся и сделался по обещанию всех старейшин жителей джунглей Корда своим царем. Но среди только данных легенд Сунь-Укун по своим рассказам обнаружил, что за водопадом скрывается пещера. В этой пещере естествует водный занавес. Он преодолел водный занавес и возглавил обезьян хвостатых Пинь-Инь. Хотя он жил счастливой жизнью, Сунь-Укун беспокоился за то, что рано или поздно он состарится и умрет. Для этого было много поводов. Поэтому по совету своих старейшин, обезьян подданных Пинь-Инь, он отправился в путешествие в поисках учителей, чтобы не умереть от шантажа, который устраивали ему другие обитатели джунглей, книги джунглей Корда, которые научили его бессмертию. Учителя, с которыми ему повезло, взяли его в себе ученики. С острова Даос его учитель научил его полетам на облаке, хождению на облаке, прыжкам на облаке, на месте, прыжкам с облака на облаке, преодолевая пещеры и ямы. Еще к заклинаниям и превращениям его научил другой мистический учитель.
Вернувшись в свое царство, Сунь-Укун по совету своих подданных зашел также и к царю драконов Восточного моря, где в гостях в попытках празднеств попросил у него какое-нибудь оружие для себя. Так царь Восточного моря отдал ему оружие, которое показалось Сунь-Укуну слишком легким. Когда он взял его в руки, ему показалось, что он знаком с ним слишком хорошо. Дракон отдал ему посох исполнения желаемого с золотыми обручами. По легенде, у посоха уже был владетель, Юй, который в свое время усмирял посохом воды Восточного моря. Получив посох, Сунь-Укун угрожал и хозяину посоха Восточного моря. Получив посох, свое новое оружие он сделал настолько серьезным, что царь Восточного моря испугался и вслед за посохом с золотыми обручами отдал ему одежду, подобающую посоху. Это была его новая одежда. Пиши, читай, дополняет. Несмотря на совершенствование, Сунь-Укун, он все же умер от алкогольного отравления, после чего за ним явились слуги. Янь-Ло – это китайский вариант имени повелителя подземного мира мертвых, бога Ямы. Судьи ада, куда попал царь хвостатых после алкогольного опьянения и отравления, признавали, что здесь произошла какая-то ошибка. Царь Сунь-Укун не годился в ад, но Сунь-Укун все равно устроил скандал и вычеркнул из книги мертвых свое имя, так и имена всех своих верных подданных. Благодаря такому поступку многие хвостатые горе цветов и горе плодов алкоголя, сухофруктов, стали бессмертны. Благодаря поступку, который совершил Сунь-Укун, он вычеркнул из книги мертвых свои имена, и ни один владетель ада, в том числе бог Яма, не смог ему помешать. В легендах о Сунь-Укуне говорят, что у него было много недоброжелателей. Например, вместо наказания Сунь-Укун был взят на небо и назначен конюхом. Конюхом мелюзга. Однако он был этим возмущен. Он возмущен был тем, что мелюзга творила плохие вещи с конюхом. Прозвище «конюх» его полностью устраивало. Его устраивал его нос, посох и одеяние, которое он отобрал у царя Восточного моря. Но его не устраивала мелюзга, которая отравляла его алкоголем, которая насмехалась над ним и подталкивала, писала и читала ему неприятные мантры, колебала его Рудракши. Однако он был этим возмущен, и немало он отпустил богам время, после чего он самовольно вернулся на землю, где он попал в окрестности великого мудреца, прожил там какое-то время, и подданные прозвали его равным небу. Небо находится во рту, часто пересыхает, язык прижат к нему постоянно. Еще пример плохого отношения к Сунь-Укуню повсеместно «пиши, читай», вспоминает, дополняет и пишет самостоятельно. Его действия во дворце царя драконов Восточного моря. Это скандал, который устроил Сунь-Укунь в аду, в раю, и скандал, который он самостоятельно устроил. Первое требование от дракона – это посох и одежда. Он прослыл вором и грабителем, который был у себя на посту в царстве. Это была его территория. Он поступил так,
как считал нужным, потому что вне работы его оскорбляли плохими словами. Подданная и мелюзга конюха, которая отравляла его алкоголем, была этого достойна. И плохое «вышел заяц на крыльцо почесать свое яйцо» отношения, они точно заслуживали на работе у Сунь-Юкуна, когда он был царем. Но жалобы продолжались. Нефритовый император в Китае, в легенде о именах Сунь-Юкуна, тоже подчеркивал часто плохие стороны Сунь-Юкуна. Сунь-Юкун превращался из одного в имени в другие имена. Он окрещал свои территории от подданных, он очищал от плохих духов, злых духов своей территории. Он делать это любил, он часто самовольно покидал свою работу, где после частых скандалов, которые он устраивал и сам, и против Сунь-Юкуна, тоже посылались целые войска, чтобы свергнуть его с поста царя. Однако улис противником этой жизненной истории о самом себе, он смог с ними справиться, но через большой промежуток времени. Поэтому нефритовый император царя драконов Восточного моря был вынужден признать титул Сунь-Юкуна самым стойким, самым лучшим, и назначить его, как назначают в Китае, более почетной должности, как человека во веки веков. За ним все повторяли, и старики, хвостатые обезьяны, 18-е иглы, только дивились своими шедерами на Сунь-Юкуна и по своей карме пытались ему помешать, но все же они не справились с Сунь-Юкуном, с его посохом, с его трибл одеянием. Он был абсолютно формален в своей должности, он был царь-прихмахер, где, дабы он не бездельничал на своей работе, ему всегда было чем заняться вне рабочих часов царства. Он охранял и друзей, пиши-читай, и охранял также алкогольное отравление персиковый сад. Он любил есть сладкую пищу. В легенде об Сунь-Юкуне, пиши, читай, дополняют, что в роли охранника персикового сада и своей работы Сунь-Юкун начал воровать порученные ему персики. Он воровал сам у себя, когерентно, как это делает автор видеодневника. У него был персиковый сад, он пересчитывал там персики, он играл с цифрами, с числами, с буквами, он был образованный, он умел превращаться, он воровал порученные ему самим себе персики. Позднее он узнал, что втайне от него готовятся преступления, что его пытаются опять свергнуть на этой почве, что он ворует сам у себя, что он подсчитывает свои собственные доходы, что он планирует свою жизнь сделать лучше. Ему хотят оторвать будущее, мир, пир. На обсуждение, на сговор его не пригласили. Это был тайный сговор, поэтому он потребовал во дворец войти главного гостя, гость зашел, сел за стол, Сунь-Юкун предложил ему пищу и напитки из персиков. Гость съел все, что было приготовлено Сунь-Юкуном в качестве подаяния и знака доброй воли. Сунь-Юкун обнародовал ему все бессмертные эликсиры, все свои апартаменты,
Но это не повернуло мозговую деятельность врага и противника в нужное русло, и Суньюкуну вновь пришлось участвовать в скандале. Вновь столкнулся с небесными своими противниками. Их насчитывалось уже к тому времени целое войско. Это жизненная история. Пиши, читай, говорит, пишет и слышит этих небесных противников целых войск. В следующий раз Суньюкуна удалось захватить, посадить в плен, но на время, потому что он был трезвым, и за ним много повторяли, и буквально как в «Одиссее» Древней Греции копировали его жизнедеятельность буквально по сильному указательному пальцу. По политическому выбору сильный указательный палец, потому что ввиду этого объем мыслей Суньюкуна насчет своего жизненного эликсира здоровья, Суньюкун в своей голове был неуязвимым для своих попыхателей, спикеров, противников, съедобной картошки, где в этой истории конюх и мелюзга, которая мешала ему наслаждаться этим нидерландским продуктом, им не довелось и не удалось его наказать и казнить, а всего лишь на время, на десятилетие отодвинуть его победу во многих легендах. В легенде «Пиши, читай» дополняет, что у друзей и противников провалилась попытка обмануть его родственниками, бывшими родственниками. У друзей и противников провалились попытки отравить его едой, пищей, которая была приготовлена для сынов противников. У друзей противников провалились многие попытки убить и мать, и отца Суньюкуна, где он смог бы поддерживать огонь своей печи, своей души, чтобы вновь не устроить либо не попасть в брутальный дебош, так как Суньюкун воровал сам у себя в своей экономике. «Пиши, читай» заключает, что царь хвостатых обезьян Вуконг в результате усмирил свой клан, справился с отравлением, справился со справедливостью и в себе, и к нему пришел Будда, где Суньюкун познал от учителя геройство пяти стихий заточения. Суньюкун естествовал в лесах, в джунглях, ему мешал сам Корда. Корда – это автор книги «Джунгли», которую я буду повторять 9 мая следующего года, когда на местнической земле наступит фестиваль, посвященный соляр естеству. Под угрозой будут находиться домашние животные, и, возможно, кто-нибудь из них отправится на тот свет. Герой пяти стихий заточения. Спустя 500 лет по велению Бодхисаттвы Гуанинь Суньюкун освободил Сюаньцзан, монаха, который шел на западный рай Будды. Амитабхи за священными буддийскими писаниями, то есть сутрами. В благодарность за свое освобождение Суньюкун стал учеником Сюаньцзань и обязался защищать его на пути за сутрами и оберегать его от мелюзги произношения этих имен. Сюаньцзань, Амитабхи, все это мелюзга сутры, Сюаньцзань монах, мелюзга. Она мешает конюху естествовать и планировать свои жизненные факты.
Тот факт, однако, что Сунь-Укун был убит напавшими воинами на него противниками, разбойниками, во время ученического пути, тем самым вызвал возмущение Сюань-Зань. В ответ царь хвостатых, конюх, в ответ мелюзге, тоже возмутился, что его работу отругали и отлаяли. Взаимная возникшая ссора царя и монаха закончилась тем, что Сунь-Укун бросил своего учителя, а потом раскаялся, покаялся, пережил и вернулся к ученическому пути. Так как мелюзги и целое войско противников естествовало в большом количестве. Еще раз. Геройство пяти стихий. Спустя 500 лет Сунь-Укун отправляется на запад, там встречает своего бодхисаттву, обучается у него какое-то время, после чего у него случается кошкин коготь, после чего Сунь-Укун устраивает ученический скандал, учитель отстраняет его от занятий, после чего Сунь-Укун кается, переживает раскаяние и возвращается к ученическому пути. Пиши, читай, говорит, дополняет. Каждый раз, когда монах учил читать особую мантру Сунь-Укуна, эта мантра называлась «Обруч о шее», и о задержке дыханий шеи, который Сюань-Зань обманом владел в совершенстве, заставил Сунь-Укуня надеть этот обруч, который сжимался каждый раз, когда Сунь-Укун был слишком сильным конюхом на свою мелюзгу головную боль, когда он испытывал гнев к владетелям алкогольных персиков из своего сада. Мелюзга. Сама того не понимая, наносила дичайший вред. Учитель применил столь грубую меру, надел обруч на шею Сунь-Укуна, который любил задерживать там дыхание, для того, чтобы Сунь-Укун меньше думал об убийствах всех этих людей. Наподобие, как в книге «Джунглей» Корда, мелюзга правителей алкогольных персиков, фиников, изюма, вино, Дионис, Древняя Греция. Все виды конфликтов. Сунь-Укун желал их убить, всех тех, кто порицал его горло, где он любил задерживать дыхание и левитировать по миру. Обруч применялся в основном, чтобы не дать Сунь-Укуну убить этих злых духов и не умереть самому. Обруч также давал сжиматься много раз животу. Сунь-Укун не был толстым, он никогда не расслаблялся. Учитель слыл также в противников у царя хвостатых Сунь-Укуна, так как не понимал, почему Сунь-Укун не может расслабиться и поддаться пению Диониса, этой мелюзга, конюха, которые хотели ублажить его фаллосы, его животы и пупки своими языками. Сунь-Укун боялся, что его доведут до оргазма такой величины, которого он не может по своей дхарме и по обручу своего врожденного характера, он не мог смириться с этим. Тем не менее, Сунь-Укун верой и правдой служил учителю, хотя тот монах был у него во врагах и защищал свое учение, свои сутры, защищал Корда, книга джунглей, хвостатых обезьян, других героев, обитателей джунглей, на всего протяжении всего пути путешествия на запад. Мелюзга так и не образумилась, их весы, их чаши весов так и продолжали пиликать мелюзгой. Вся пища струилась отравленным алкоголем, эликсиры были ядовиты. Враги все время наступали, врагов становилось все больше. В конце концов, путешествие на запад, Сунь-Укун остановился в храме Будды Сюань-Зань. Монах
изменил отношение к своему старшему ученику Сунь-Укунь только в конце, когда уже пришло время скончаться. Он слушался царя хвостатых во всем, пиши, читай, заключает, что по окончании путешествия в награду за усердие, за неподдаяние мелюзге, которая пыталась по-мужски отлизать его живот, ублажать, все они были владетелями персиковых садов, Будда западного рая назначил Сунь-Укуна всепобеждающим от этого зла, соблазнения, ласкания своих детородных органов, чтобы бороды мужчин с дальнего горизонта Вутен-клан, их семьи, ублажали их сунь-укунские прелести, зона трусиков, простыми смертными, плохими гуннами. Известно, что согласно произведению «Лотосовый светильник», Сунь-Укун однажды стал учителем мальчика, который боролся примерно с этим же бог Эр-Лан, для того, чтобы освободить из заточения свою мать. Пиши, читай, заключают, что много противников было у Гуанинь. Гуанинь – это головная боль. Головная боль, которую ненавидят и пытаются победить ниже описанные плохие люди, которые стараются ублажить своей медвежутью, своими языками, черными бородами и оголенными, наподобие как у меня, подбородками, языками, прелести, зоны трусиков, детородные органы. Только из-за того, что Сунь-Укун и легенда, которая посвящена когерентным людям с персиковым садом и воровством, и грабежом самим у себя, порученные ему персики, охранник Сунь-Укунь был в опасности именно в этой стезе. Первая часть пока тебе. Противники Сунь-Укуна никогда не соглашались и с тем, что говорил по алфавиту последователь Сунь-Укуна и легенд, и сам Гуанинь, царь головной боли. «72 превращения Сунь-Укуна были произнесены в предыдущей серии. «25 сентября Ганеша Четурхи, ниже перечисленное подражание и попыхание». Праздник Четурхи, будет озвучена биография Ганеши и преподнесены подношения, будет преодолено много глупостей. Пока тебе.